Дед Петруха пришел на рынок. А вы абсолютно уверены, что этот пуловер из чистой шерсти? Продавец говорит: я буду вас обманывать. Пуговица из пластмассы. Мадонна вчера чуть со стыда не сгорела. Это как? Ну, в доме начался пожар. Пожарные ломятся в дверь. А ей, видите ли, стыдно дверь открыть, потому что она не накрашенная. Дед Петруха пришел к врачу. А доктор, скажите, пожалуйста, действительно ли мое зрение улучшится, если я буду жрать морковку? Доктор говорит: конечно. Когда-нибудь видели зайца в очках? Как жизнь? Нормально. Куда тебе надо срочно жениться? Если кто-то пишет вам пьяным, тяните это. Это означает, что они думают о вас даже тогда, когда плохо соображают. А твой муж не может неожиданно вернуться из командировки? И не надейся. Вы спрашиваете, откуда у меня полный карман денег? Ну все очень просто. У меня очень маленький карман. Только много лет спустя обзаведёшь с женой и многочисленным семейством. Робинзон Крузо понял, что жил на острове Свободы. Регистраторша читает фамилию в паспорте. У вас очень интересная фамилия. Жук, я правильно ставлю ударение? Запись в школьном дневнике. Петруха совсем перестал посещать уроки английского языка. Это объясняет тем, что в Лондон ехать не собирается по причине скудного семейного бюджета. Подписываемся.